кого чё нет, пишите. Пошли. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислушников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Заметка РДД, бегайте. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Ему. Последний моб. Отойдись от большого. И удушающего бей. От большого щупальца отойдите на максимально раньше. Маленькая пиздец далеко. Учи осторожно. Убегайтесь. Бежите вон туда. Быстрее. Порталы 10 секунд. Читы бы накинуть, пист. Порталы. Черепок. Отойдите от черепка. Ант, при этом, может, натравишь, не? Две секунды, выходим. Все, диспелится. 10 секунд портал. Бафайте.
щиты раскидает. У меня щит кончился. Я тебе дал священный. Большое бью. Быстрее, быстрее. Восемь, семь. Пять. Ты. Вышли. Лесом стань. Спиной ходить. Отвернулись. Захиливайте. Мобов убейте. Встаньте под лицо, где я стою, маг. Моба убивать. Нужно срочно их убить. Спасибо, что убили их. Там, видишь, один же код бьет, да? Надо кого-то переключать конкретно, чтобы на меня не быстрее умирали. Слишком быстро выходит. А то вы все сели РДД на босса, а у вас мелик один только, это код. Хант, бей мобов. То в итоге получается мобов убили маг, сакра, вот. Да, тебе, может мультидотать, мультидотайте мобов. Жена, мультидот, шам кидает там шок, тотем. Да, потому что если вы не будете Локи помогать, будет такая. У них хп совсем чуть-чуть, сколько там, 100 тысяч? Викторим добивает. Вопрос. Хан вообще что бил на третьей фазе? У него ни туда, ни туда, ни туда. Ну, хуй забил он просто. Первый раз, наверное, здесь. Лапку. Кто готов подходить? Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Не щадите их! Бейте без промаха!
ваши удары. На ком-то вмили дебаф, тогда отбегайте в РНД. Ты должен снимать с мобов, если на них баф есть. Они вырастают в размере, и их затаунить нельзя. Пучка, пучка. Двигайтесь, двигайтесь. Лок. Лок. Класс, да, Инер? Клондайку. Бист. Подойди к мобам. К щупальцу танка. Тоже пробегал. Еще надо. Но на ослабление кидает. А уже не нужно. Да, вроде никогда не подходит. Удушающий убей. Ходить, пожалуйста, кучей, господа. Десять секунд до портала. Удушающий убить. 5 секунд. 3, 1. Задохнитесь собственной ненависти. Отойдите отсюда. Ничего вы, ребята. Выходите. Половину мозгу снесли почти. Всегда бы так. Задохнитесь собственной ненависти. А чей подбежали? Конец, задохнитесь собственной ненависти. Или не отбежали? 10 секунд до портала. Лок, осторожно. Подошли к своему порталу. Сбегайте с веревкой. Трепещите, смертные. Конец близок. Сирала в портале не будет. Почему? Потому что меня ниточка привязала, я залетел в портал, и меня нитка вернула обратно. Впервые такое слышу. Чтобы возвращал. Хильси, хильси. Ну типа я в портал зашел, но меня обратно закинул. Типа я через текстуры полетел. Шлик большом. Кого там микрофоны постоянно?
Подходи, подходи, бить же надо. Буренок. У нас 38%. Этот, Блаз Дайнер. Ходите. Ну, я как и сказал, он МК будет. Прикольно, не? Че, не довели, что ли? Там поди 1%. Ну, типа. Блин, здравомыслие, пиздец, конечно. Сейчас, блядь, законтролюсь, нахуй. 10 здравомыслия у танка. А как ты потерял? Хуй его знает. Да хуя лучи эти кидались. Трепещите, смертные. Конец близок. У нас большое фулово. У меня нихуя нет. Ни мана, ни хп. Скажите истинное лицо смерти и знайте, что ваш конец близок. Вернитесь там, думайте. Такие косяки я в первый раз вижу. Так пацаны на второй фазе не ориентируются. Тут три щупальца стоит за боссом, пацаны все около входа тусуются. Туда кидается Брейн Линк, он пока бежит до меня, из меня дрейнится просто, блять, 60 там 50 санитина. За один Брейн Линк. А вот когда в комнате Гера до верха достает она? Кого готов подходить? На холле пала СС. Кот.
мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Направляют ваши удары! Меткам подходить. Кот, не туда бежишь. К этому щупальцу тебе нельзя. Только к маленькому. Пищите, смертные. Конец, задохнитесь собственной душающей. Десять секунд до порталов. Пять секунд. Две. Кто-то подошел, как? Что ли? Под... Не, нас забросило. Типа, удушающая вылезла на чуваке, а нас выкинуло все вместе с спавном. Прям в портал. А вы хотите с портала? Сейчас зайдем, ничего моем. Короче, когда мелкая вылезла, откинула вас к большому, да? Не, мелкая вылезла и кинула нас в луч. А, луч. Ё, пиздец. Да, это, бля, полурандомный босс. То эта хрень заспавнится в колонии, то, блядь, вот такая херня. То тебя возьмет удушающая прямо в луче где-нибудь, то еще что-нибудь. То вон как с котом на том поле тебя внутрь закинет, но выкинет, ты МК ловишь. Да, баги еще есть.
говори со мной! Типа поэтому заниматься херней на третьей фазе никогда на йоге времени нет. Если перешел, скажи Господу спасибо за то, что перешел, и убей его с этого раза. Надеюсь, Господь, это не этот Синкай. Дезуро. Поставь столик. Щадите их! Бейте без промаха! Ебать. Да! Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Ой, блядь! Я думал, мой дальний. Сори. Осторожно. Двигайтесь. Точки. К метке. Ты сейчас заспанешь. Ах, хер тебе. Дайнер, кот. Осторожно с меленьким. Мелким об. Череп, 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 паладин. Душающий. На другой стороне. Трепещите, смертные. Вот череп. Конец. Заткнитесь. Здесь секунда порталов. Заткнитесь собственной ненависти. Пять. Заткнитесь собственной ненависти. Одна. Безумие могла
конец близок. Исполь магис мне, пожалуйста, ты можешь жить. Шаман. Черепа не смотрите, пожалуйста. Портал. Очень сильно много рассудка теряет, когда смотрите в череп. Вы можете бочком бежать. 7 секунд. 6. Ходит. На одной секунде не нужно. Лучше наверняка выйти на третьей секунде. Решающий. 10 секунд. Три. Одна. Подгиб ближе, я побью. Мы сейчас, наверное, переведем вас на минус. Ага, проценты говорите. 37 35 30. Под лицо. Между желтой и красной маркой. Ближе. Станьте ближе. Танк. Это для того же делаете, чтобы кливать могли. По боссу и... Вот, тейнер дай. Я очень расстроюсь, если мы не убьем. Я уже забыл, как в десятке-то надо тут. Помогайте с мобами. Хант, ты бьешь мобу. Шам помогает цепухой. Хант провалился в безумие. Помогайте все. Примерно 2 каста есть, до того как он отворачиваться надо будет. Лучше наверняка отвернуться, чем получить минус рассудок. А, спой на ману, Гюн, пожалуйста. Пал, приготовься усиленно хилить, я буду гейм петь.
Помогите, смогу. Все. Сбейте каст. Нельзя уходить с тридцаткой, блядь, в десятке, это пиздец, но. Лука убить. Помогайте с мобами все. Войско действует на них? Войско на них действует? Таунты? Да, действует. Вот этого моба нужно будет больше бить. Сколько хп у босса? 900. Ничего никто не будет. Инер есть? Да, есть. Только не на меня надо было давать, а на паладина. У меня вопрос. Кто кого бьет? Что я не понимаю. Туда, не туда дамага. Бейте босса уже. В конце не зыбку отдам. Понял. Круто. О, бекончик. О, второй бекончик. Что за хилы пошли? Да. 400. Это не смешно, ребят. Если что. Теоретически еще можно убить. Если не играть тупо в босс. Не зыбка кончила. Сдох. О, да. Чувствуешь? И надо было, наверное, тупо в доса, чего я не знаю. Да ну выходить с таким санити на третью фазу в десятке, это смерти подобно. У него косты очень часто. Да, ну просто чаще отворачиваться. Дело не в этом, ты ротацию теруинишь, тебе помимо того, что отворачиваться, ну, босса убить надо. А там что получается, обновил этот блуждающий? Так только это и успеваешь, и все. Ну как минимум. Типа, блуждающий, не со колдовство, порча, огони и все. А огонь не можешь забить. Да это все за спину кидается, это все херня. Самая жопа, это когда у тебя кулдаун хаунт не совпадает с этой херней, короче. И ты не можешь кинуть хаунт, и за это ты не можешь продлить Shadow Embrance, и тебе приходится ловить стак в лицо, чтобы дать этот хаунт, иначе... Ну, типа... А если заранее хаунт кидать? У него кулдаун есть. А, и чё, ну типа ПКД если кидать? Ну, 8 секунд у него кулдаун получается, 12 секунд он висит. Проблема в том, что бывает так, что его нужно обновить. Еще есть Shadow Embrance, который 10 секунд висит на боссе, дебаф. 3 стака. Ну да, хуёво с 30, конечно. Ты выходишь, но ты, блин, так или иначе ты будешь ловить, короче. В десятке ты еще больше будешь ловить. Ну а ты налавливаешь в комнате или как? И очередной? Нет, снаружи. Вроде кучно бегали нормально. Ну там еще этот босс черные лучи вот эти кидает периодически, тоже снимает дохуя. Самая жопа это разбегание, ну эти, линки, короче. И этот коэр. Сейчас я сейчас подойду. Две секунды. Бандайк. Клондайк, 40 тысяч дамажем автоатакой. А басо стали 200 тысяч. Агонию можешь забить, не кидать на йога, а кинуть этот... Как его? Проклятие Рок... стихии? Или стихии? Да, один из вас, кстати, должен стихии кинуть, потому что у нас нет того, кто будет заменять. Не дотянетесь до меня? Ладно, я встану. Конечно, давай. Нет, там...
босс собрется. Лук, встань, съ... рыбы. Не понимаю, почему ты мало ДПС даешь, у тебя гир нормальный. Значит, что-то не так делаешь. Тут ничего сложного. Когда у тебя там СПД прокает всякие вот эти штуки, чем больше прокает, вот, много проков словил, можешь обновить порчу. Схуяли. Но она же скалирует, не? Нет. Ну, а скажи ему как тогда. Но порчи ролятся от этого. От Soul Drain или от Хаунта на третьей фазе. Ты только это дерьмо кастуешь. Тебе не надо руками обновлять порчу. Надо либо начать дрейнить, либо кастануть Хаунт. Тогда у тебя порча перезапишется с ПД на себе. С прок. Кого все готово потанить? А экзекутка там на скольки? 35, да? И 25. Ну ты 30 перебрасываешь порчу, но у тебя как только босс выходит, ты всегда перебрасываешь, ну забрасываешь порчу, считаешь. Ну типа вариантов-то нет, он уже под экзекуткой. Потом у тебя 25%, ты дрейнить начинаешь. Ага. Дайте лапу. На самом деле, по-моему, последний раз, когда я был в десятке, я просто кидал порчу, типа дум, и тупо дрейнил. А, блуждающий. Там блуждающий обновил и... Ну так, когда повезет, типа. Ну, это понятно. Пошлите. Стоим. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Кашника одевать надо будет. Фейс, давайте до кашника одевать. Я с Джейлом пойду. Там у него пауза будет вроде. И у этого фоне Лем. Куда пойдешь? Ну, десятку. ДК одевать? Ну как одевать? Ду одеть. Я вообще, блядь, демонолог завтра, ты представляешь? Чё за прикол? Такой 230-й демонолог, короче. Пацаны СПД бахают. Всем СПД. Ну няшер, вар, типа. Из-за крика? Ну да. Чё, афлики, дестики не качаешь, что ли, попрофить, но... Или там мне столько мордают? Почему-то ты? Ну, хп. Я сэмпом буду. Но там не столько дает, а крик больше. Кучкой. Удушающе. ДЦ, дай Эйнер, пожалуйста, код. Кандай книг. Можешь подойти сбить каст. А чей подбежать? Осторожно, Ауч. Не выбивайте, тут меня кинет в него. Спасибо.
БР получается. Ну вот кто это сделал? А если тебе с бафы? 10 секунд до порталов. Спирит ему главное дать. Это важно. Духовный маг? Типа крит у тебя, блядь, от спирита. Да я знаю, знаю. Шушить нельзя. Нет. Душевный маг, с душком. Там захилишь? Ладно, не надо. Семь секунд. Пять. Входите. Пятьдесят. Плюс-минус так же. Да кто-то раз без Бэйла вроде. А, всегда с Бэйла на первом разе. От чей подбегать. Нет, бежал, получил лицо. Вот здесь санти теря... Вот у меня 73 санти, на мне еще ничего не было. Вообще ничего. Вдавлю. Не отбегайте. Что делать? Порталы. Смерть. Хант аспект ВРБ, когда убиваем всех мобов внутри, чтобы быстрее добежать. Аспект стаи. Выходить. Это уже не смешно, Хант. Ну, ДБМа нету нахуй, все. Ты на двух секундах говоришь, он не успевает, наверное. Портал. У вас должен быть ДБМ, я все скидывал. Подвинуло меня налево на 3 метра, это щупальце в луч. Смотрите. Чё, когда надо, не помрёшь, блядь. Шипульс болтается. Конец близок. Да, я не знаю, стоишь в 3 метрах от луча, проклят эта херня, ты умираешь. Мы до скольки будем? Еще час будем, да? На уголона мы точно не пойдем. Чё? Там шансов нет. У меня терпение уже кончается. Раз за разом косячить. Это искусство, наверное. Ну, Хант просто первый раз, наверное, здесь. Ну, я кому говорил до этого? Когда мы собирались, посмотрите вы видео. Там видео есть от стороны Мелика, от стороны РДД, от стороны Хила.
А, с трудом там. А нет, там есть изъян, значит, записываю, компьютер взорвется. Там очень интересный геймплей у танка. Стоишь и стоишь. А. Ну, блядь, как бы интересней. Надо мышкой, блядь, левой кнопкой нажать, нахуй камеру прокрутить, выбрать моба, блядь, чтобы он не отпиздил Тап. Никого. Тап. Эй, забей, у него там 720p, ему даже крутить ничего не надо. Ну что такое 720p? Качество видео. А. Изображение у него, разрешение игры. На iPad, по-моему, играет, или на Windows Book, там, или как это называется. Ну, так это же заебись качество. 720p? Угу. Просто бомба. У меня 1080.